В 2016 году у Чувашии появится еще одна столица – новогодняя. Ее выберут в рамках республиканского конкурса «Новогодняя столица». Города-конкурсанты должны с 9 декабря до 11 января отправить заявку и требуемые материалы в Министерство культуры Чувашской Республики. Три основных номинации – лучшее оформление центральной новогодней елки, лучшее новогоднее мероприятие и лучшее зимнее спортивное событие. Победителя определит интернет-голосование, которое пройдет с 13 по 20 января. Конкурсанты с наибольшим количеством голосов станут победителями в своих номинациях, а звание новогодней столицы получит город, набравший максимальное количество голосов во всех трех номинациях.